В рамках реализации проекта «Российское село» активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» ознакомились с работой новогоднего фестиваля промыслов и ремесел «Подмосковный умелец». Посмотрели, как идет торговля, пообщались с организаторами и посетителями. Такие мероприятия очень важны, поскольку позволяют сохранить и передать традиции нашей культуры и сельских ремесел, отметила исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова. Интерактивная площадка фестиваля будет работать до 7 января.